познакомиться с игрушками от фабрики Полесье. Привет, меня зовут Алиса, а это Вика. Алиса, мы сегодня распакуем игрушку, которая очень похожа на сказочного героя. Из какой сказки? Про курочку-рябу, которая снесла яичко. Это игрушка-курочка? Не совсем. Это игрушка-уточка-несушка. Я вижу! Шутишь? Повторяна! Вот у сама уточка. Уточка тоже может снести яичко? Конечно, только у уточки яички чуть побольше получаются, чем у курочки. Интересно, когда такие не пробовала? Смотри, на коробке написано цифра 1, значит, ею можно играть самым маленьким. А мне уже не один годик, а вот здесь несколько с ней играть. Даже не откроем. Давай. Открывай, а я буду держать коробку. Вытаскивай, я держу коробку. Смотри, чтобы яичко не упрезать. Вот эти яичные сошелки. В набор входят разные фигуры и три яичка. А куда их нужно положить? Смотри, в крылышках есть отверстия. Через них нужно и кинуть фигурки. Смотри, на спинке есть красная кнопочка. Если на нее нажать, то у нее поднимутся крылышки. Теперь можешь их достать. Еще достала. А ты знаешь, как называются эти фигуры? Да, кружок, треугольник, овал, треугольник. Один, два, три, четыре, четыре. Молодец! Умница! Как же печеньечками? Их некуда положить. Смотри, на спинке есть круглые отверстия. Они сюда прекрасно помещаются. А как ей снести? Просто нажать сюда. Нажимай теперь. Давай ты будешь тянуть за шнурок, а я нести яички. Тяну. Один, два, три. Уточка-несушка очень забавная игрушка. Да, мне она тоже понравилась. А если и вам она понравилась, то ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока! Когда-когда-бум, угадай-ка твои у меня ручки. В этой я говорю. На, шучу в этой. Смешно было.